4 марта 2014 года, еще до референдума в Крыму, 52-летний Рустем собрал всех своих родных, 14 человек, и уехал из Бахчисарая. Ему не пришлось уговаривать ни свою 72-летнюю мать, ни 84-летнюю тетю. «Безопаснее быть подальше от спецслужб Кремля», — говорит Лиля Кишва. В этом она убедилась еще в 13 лет, в мае 44-го, когда крымских татар депортировали из Крыма по приказу Сталина. Ночью пришли в 4 часа, подняли всех, на вагон посадили всех, и детей, и взрослых, и отправили в Узбекистан. Месяц ехали, ни кушать, ни пить. Депортацию пережили только ее мать и две младшие сестры. Братья погибли. Дети спецпереселенцев ходили не в школы, а на принудительные работы, рассказывает Лиля. Все свое детство она провела на хлопковых полях. В день по 108 килограмм не был. План не выполнить. Там ночевали, ходили эти узбеки по этим фонарем, собирайте ночью. На этих рассказах в Узбекистане вырос ее племянник Рустем. Во времена Советского Союза он стал членом подпольного национально-освободительного движения за возвращение в Крым. В 87-м, после митинга в Москве, крымские татары начали стихийно переселяться на полуостров. Но там их не ждали, у них не было ни прописки, ни работы. Мы поставили, уже когда мы более года были без прописки, палаточный городок на площади в центре Бахчисарая. И бессрочную уже такую забастовку мы тогда прожили почти месяц. Матери Рустема Анифе было 42 года, когда она вернулась в Крым из депортации. Как многим другим крымским татарам, ее семье удалось наладить свою жизнь уже после развала СССР и провозглашения Украины независимости. Сейчас им в Бахчисарае пришлось оставить 3 больших дома и приусадебное хозяйство. Наши татары сколько настроили домов? Как хорошо. Красивый Крым стал. Вот возродился. И только возродился, и теперь оставить, сказали его. Это же несправедливо. Их дети учатся в украинских школах в Виннице. Мужчины за 2 года нашли себе работу. Как переселенцы, они получают пособие от государства. Ютясь в этих маленьких комнатах общежития, они говорят, что ждут скорее не финансовой помощи от Украины, а более решительных действий Киева по возврату Крыма. Ну, невозможно, не освободив Крым, прекратить войну на Донбассе. Ради чего ведется война на Донбассе? Чтобы проложить дорогу в Крым. Чтобы сделать сухопутный коридор на свою военную базу, которую Россия создает в Крыму. В Крыму уже запретили меджлис. Вернуться домой невозможно по политическим причинам, ведь они считают полуостров частью Украины. История для семьи Рустема повторяется. Прививать детям любовь к родине крымские татары вынуждены, находясь в изгнании. Надо сделать все, чтобы они знали, кто они, откуда они, чтобы знали свой язык, свою культуру, чтобы не забывали это. Цикличны не только трагические исторические события, уверен глава семейства. Возвращение крымских татар в Крым Рустем называет неизбежным.